Вот многие меня спрашивают, а чего вы новых хитов-то не пишете? А я так отвечаю, пусть новые хиты пишут те, у кого старые не получились. Понятно? А сейчас о погоде. Погода в последнее время в Соренто нас не балует. Особенно поздним вечером. Ну, если зайти в зимний сад, то можно слепить снеговика. Ни за что не угадайте, куда я иду. Вернее, к кому. Цветы. Это подарок. Я вам дам намек. Напою одну мелодию. Догадались? Привет. Привет. Пиццу заказывали? Заказывали пиццу. А драку на дом? Пиццы. Это мне... тебе, Алексей. Спасибо. Я знаю, что ты собираешь, разводишь, вернее, цветы у себя спасибо на даче. Спасибо, замечательные розы. Вот. А это супруги. Познакомь меня. Вот Соня, Сонечка. Цветы. Спасибо. Супруги. Сергей Рос. Вот. Это мы да. Тут иногда в Питере бываем хулиганим. Ну, не только в Питере же. Да, ну и вообще везде хулиганим. Да, когда на гастролях. Сегодня ведущий программы «Свои люди» Сергей Рост в гостях у истинного романтика, чьи хиты «Ты не ангел», «Поздний вечер в Соренто», «Зимний сад» давно покорили женские сердца нестареющего Алексея Глызина и его супруги, экс-чемпионки мира по художественной гимнастике Сани и Баби. Профессиональную карьеру музыканта Алексей начал в 1976 году в знаменитом вокально-инструментальном ансамбле «Добрые молодцы». Позже работал с Аллой Пугачевой и был солистом в группе «Веселые ребята». В конце 80-х Алексей Глызин начал сольную карьеру. И вот уже 30 лет продолжает успешно выступать и не собирается покидать сцену. Ну, пока Леша ушел в неизвестном направлении с моей курткой в руках, давайте посмотрим, что у вас тут есть. Вот это что, например? Эту работу мы везли как триптих из Америки, причем в чехле из-под клавиш. Нам очень понравилось, потому что вы, наверное, догадываетесь, что здесь не математики живут, а люди больше связанные с музыкой, с творчеством. Более того, я даже догадываюсь, что здесь не математик изображен. Да, да. И, в общем-то, весь интерьер, он сделан так, чтобы ощущение было расслабленности дома и свободы, потому что творческие люди не любят границ, углов. И да, рамок. А вот это гостиная, да? Это гостиная, да. Ну, понятно, традиционный диван. Здесь, наверное, все сидят, задрав ноги, вот туда кладут ноги, да? Да, поэтому здесь не твердый столик, а мягкий пуфик. Что-то такое дачное в этом есть, да? Нет, что такое французское. Светлое и, в общем-то, ненавязчивое. Немного цветов, немного канделябров всяких, чтобы дома можно было отдохнуть. Здесь у нас газета какая-то или это какой-то приз? Золотой диск? Ну да, зал славы, звуковой дорожки. Такая вот награда московского комсомольца. А вот это что означает? World Cup 2013, Барселона. Это выступали Кубок мира, мира, да, 13-го года в Барселоне, где мы были всей семьей. Я с командой мы выступали, а семья поддерживала команду, меня болели за нас. Это называлось «Папа, и мама, принесли, я спортивная да, семья». Да, да, и принесли нам удачу нашей команде. Мы стали первыми. Поздравляю. Спасибо. А вот тут уже как бы кухня-столовая, да? Да. Причем здесь тоже специально рассчитывалось, чтобы хозяин дома мог, не выходя из-за стола, видеть телевизор. Это очень важно. Да, это все. Ставились опыты на белки и стрелки, чтобы они видели телевизор. А вот это что за космическое такое? С Марса привезли? Это бар. Это бар? Это бар. Я думал, это осветительный прибор такой. Нет, это бар. Оба-ц. Причем, как говорит наша подружка, которая это все дело придумывала. То есть это единственное, что было, да? Что было перед ремонтом, это вот эта летающая тарелка. Я на всю эту тарелку ходила и говорила, весь ремонт, интерьер закручивается вокруг тарелки и вокруг зубной щетки. Ну, очень здорово. Я такого вообще не видел. Так, вот здесь у нас развивается молодой организм, неокрепший. Здрасте. Игорь. Игорь, да, Алексеевич. Глызин. Да, соответственно. Сергей Анатольевич Рост.
Вот, значит, как выглядит детская сейчас. А этими гитарами пользуется папа? Этими гитарами в основном пользуюсь я. Папа уже гитарами не так часто пользуется. Он пользуется микрофоном? Он пользуется все чаще микрофоном. Вот эта гитара не Кита ли Ричардса случайно? Да, совершенно верно. Это гитара гитариста группы Rolling Stones, да, Кита Ричардса. Была сделана в 1974 году в городе Лос-Анджелес. Вот. Я по серийному номеру даже проверял. Кстати, отлично звучит. Мне даже больше примечательно то, что как она звучит, чем даже кто был ее владелец. Потому что гитары со временем только лучше начинают звучать. И ссыхается дерево, такой очень плотный звук у них появляется. А остальные гитары? Они тоже очень хорошо звучат. Тоже необычные, какие-то там кастом, какие-то шопы и так далее. Но вот... Вот это вот какая-то номерная гитара, вот 26 всего таких инструментов вот в мире сделано. И еще, но это не все инструменты, которые вообще в квартире есть, просто там какие-то еще там. Вклечатся от одного глаза. Да. Вот. Есть еще акустическая гитара гитариста The Police тоже. Тоже очень хорошо звучит. Так что мне, в общем, повезло. Может быть, если я чем-нибудь другим увлекался, у меня бы не было столько инструментов. А интернет, айпад, все же сейчас с этим увлечены. А у меня нет айпада. Ничего себе. Может, ты телевизор не смотришь? Я телевизор не смотрю. Это не телевизор. Это не телевизор? Это просто монитор. Я его вообще его ни разу не включал. Это для красоты стоит. Нет, это было для английского языка. Ну что ж, дорогие друзья, для тех, кто только что к нам присоединился, я поясняю. Сегодня программа «Свои люди» находится в гостях у Алексея Глызина. Сегодня здесь вся его семья практически, да? Это его супруга Сонечка. Супруга Соня. И его сын. Сын Игорь. Игорь. Да, но это младший сын. У нас еще... Еще есть? Да, есть Леша, сын. Но он сейчас на телевидении монтирует какую-то программу, поэтому не смог приехать. То есть дети не пошли в отца и решили с музыкой связываться? Когда уже у нас телевидение совсем не будет папу снимать, я скажу: сынок, дай мне возможность в эфире в прайм-тайме что-нибудь такое сделать. И сын и такой, он, да, который уже будет на месте Эрнста сидеть, да? Папаня, приезжай, сейчас все сделаем. Хороший план, кстати. Надо взять на заметку. Ну что же, вопрос, который невозможно не задать, даже целая серия вопросов, касается, естественно, вашей семейной жизни и того, как вы познакомились с своей очаровательной супругой Сонечкой. Может быть, Соня сама это нам расскажет, потому что интересно всегда женскую версию слушать. И потом послушаем версию Алексея. С сыном Игоря. Да. Где мы познакомились? Многие зрительницы просто мечтают познакомиться с певцом. Ну, где знакомиться? Людям бесполезно уже знакомиться, он уже занят, но, может быть, какие-то молодые певцы. И где, если не знаю? Намекните, дайте намек. Да. Надо ехать в Петербург. Петербург, дорогие друзья. Город над Вольной Невой. Все в Петербург. Были концерты в рамках популяризации нового тогда вида спорта, спортивной аэробики. Забрали очень знаменитых певцов, чтобы как-то привлечь массу. Как-то связать со спортом, предложили поехать гимнасткам нам. Но втихаря от спорткомитета, потому что за это платили большие деньги. 30 рублей за концерт. Да, это еще при Горбачеве. Да. Да, это как раз был последний, или как называется, крайний чемпионат мира по художественной гимнастике, который пошел потом в Сараево, который тоже еще тогда еще не бомбили. Да. Да. Мы были неказистые, поэтому все артисты запали на тренеров. Вот и все. И познакомились с тренерами нашими. Значит, Алексей сначала запал на вашего тренера. Как вот у вас-то произошло? На третий год знакомства вы наконец разглядели... Или как? Или сразу? Я сразу разглядел. У девочек была красивая форма. На ней было написано... СССР. Девочки были... В трико. Замечательные, да. И мы... Когда у нас были репетиции, мы приходили смотреть, как они разминаются. Ага. Вот, они все были великолепны. Как разглядел именно ее? Ведь многие разминались, я так понимаю. Все были в одинаковых трико, здесь СССР. Да, я узнал у тренеров,
кто читает книжки, кто старший. А, вот то есть по уму выбирали, да? Да, я говорю, надо... Скажите, есть отличницы? Есть. А есть вот, которые знают по-французски? Есть. А есть, я которые... Я спросил, говорю, вот есть у вас... Интеллектуально продвинутые, с которыми можно говорить, там... Спортсменка, комсомолка, да? Вот именно тот самый критерий выбора пал на Сонечку. Угу. Вот я говорю, все. Это мне, пожалуйста. Тут говорить не надо. Сказал, то есть он подошел сразу. Нет, я сказал, замечательный человек, ты замечательный человек. Я отличник, ты отличник. Нет, я сказал, тренер, эту мне завернуть. Ага. Говорит, ну, как-то вы сразу прям начинаете уже так прям с места в карьеру. Я говорю, я же звезда, заверните мне эту. Но так не получилось. Поэтому мы встречались долгое время. А вы тогда были в составе «Веселых ребят»? Нет, у меня уже был коллектив, группу «РАС», который приехал на гастроли. Там еще был Миша Муромов. И он тут же вечером пригласил девочек к себе в номер, угощал их виноградом, пытался наливать вино. Он. Михаил Муромов. Я... Тот самый, который пел «Яблоки на снегу», да, тот самый. Я не пошел, потому что понимаю, что не хочу мешать коллеге. Вот, значит, а он тогда и был самый ловелас России, да? А вот все-таки Сонечкина версия меня интересует. Вот так все и было, как он рассказывает, или все-таки он привирает? Вообще, вот вы девушка, не страшно ли, так сказать, связываться со звездой, которая тем более об этом сразу говорит, я звезда. И о них идут слухи, что они фривольного поведения, что ветреные, несерьезные люди, так сказать. Все мамы, наоборот, всегда против таких, я был против. Что? Так сказать, заставило вас поверить, что он не такой, как все, что он серьезными намерениями человек. Дыни в аэропорту, вспомни. Ну вот это не дает говорить. На балкон залезал с гитарой. Приглашал, да, на балкон с гитарой. Серенады пел. Было или это просто мы сейчас... Нет, шутим? Он просто выхаживал. Вот то есть куда вы не выходите, он тут. Вы в магазин, ну, как-то он тут. Да, вы вот на автобусную остановку, он тут. Ну да, так ненавязчиво, но... Выжидал. Постоянно. Измором брал, как говорят, да? Точно. Бросил гастроли, бросил все. Ездил за коллективом и в Сараево поехал. Нет, я ездил на озеро Круглое, когда были сборы у команды. Я приезжал и в Подольск, где были тоже сборы. Я знал всю команду, мы общались, уже тренеры ко мне относились очень так трепетно и с пониманием. И как-то, видимо, потеряю бдительность. Я устраивал культурные программы, то есть там не было ни грязных домогательств, ни портвейна. Необычного этого набора, который присущ молодому поколению, да, Игорь? Который присущ для артиста, подонка, как там? Ветреника. Гастролер. Да, гастролер, артист, подонок, как классик Александр Волых рассказывает. Так вы в результате поженились или какое-то время просто встречались, а потом заметили, что дети уже выросли, и надо пожениться? Как это делают обычно в актерских семьях? В 92 году, летом, 10 июля, под покровом ночи мы пошли в ЗАГС обычный, который был напротив моего дома. Он работал только ночью? Да, и без особой помпы. На Соне было даже коричневое платье. Вот, и мы с друзьями поехали на дачу. И там вот с друзьями, такой очень тесной компанией, то есть не было помпы какой-то, там не было никаких там фейерверков, там не сыпались там конфеты, вот там обычно там рис рассыпают, что-то еще, лепестки роз, устилают все это. Но это не значит, что это сделало нашу жизнь менее романтичной. Ну, да. У нас романтично всегда. Смотри на то, что не было наличия вот этих вот всех аксессуаров свадебных. Мы замечательно живем. Тогда другой вопрос. Вы вышли замуж за звезду, чего уж там скрывать, очень известного человека, к тому же романтичного певца, который поет песни о любви. И вы уже знали, что у него масса поклонниц, да? Не мешали ли эти поклонницы вашей жизни? Не ревновали ли? Как вот было вы это такое? Пережили? Как на это реагировали? Ну, во-первых, я не из слабеньких, так да, скажем. Так. А во-вторых, есть, допустим, поклонницы пацифистки, есть террористки. Да, мы знаем. Пацифистки, как правило, они, если они есть, они и остаются. Террористки, они как-то побузят, отпадают. Двери там пожгут, что-то еще поделают, поугрожают. Кислотой поплевают и все. В принципе, для того, чтобы там вампир жил, ему нужно подпитываться. Я считаю, что поклонница – это доноры для артиста. Угу. Если их не будет, он заболеет,
простудится и все. И зачахнет. И зачахнет. Не нападали на вас там, не знаю, не поджигали квартиру? Ну, поджигали дверь. Да. Как-то. Как-то. Ерунда. Ну, подожди, ну, раз-два. Ну, 9-1 молодцы. Две минуты и все. Приехали. Да, да, все. Тушили его. Да, тушили. Хорошо, а не было ли как вот ревности? Вот моя жена меня, например, дико ревнует ко всему, не знаю, и ко всем, и к друзьям, и к работе, я не знаю, ко всему. Вот у вас наверняка ведь было больше поводов, чем у моей жены, потому что я же не такой красивый, как ваш муж. И не наверняка ведь не было бы каких-то поклонниц, договаривали, неужели там, не писали бы ему каких-то писем, отдай его мне, он мой. Были какие-то поводы для ревности, как ты с ним справлялись? Полно, конечно, было всего. Сначала ревновала, потом страдала. А теперь отпустила ситуацию, всем сказала, берите. И как-то все. Конечно, когда уже в парике, конечно, забирайте. То есть вы просто доверяете, да? Вот это же главное для семейных отношений. Я просто отпускаю. Вот я всегда отпускаю. Ты отпускаешь почему? Потому что доверяешь или потому что все равно? Нет, потому что если человек захочет, он должен уйти, чтобы не мучить. Вот я ему дала свободу. Сидит. И как он ее воспользовался? Сидит и никуда не уходит. Никуда не уходит. Еда есть, тепло, куда уходить? Действительно. Что еще нужно? Да, хороший дом, хороший задор. Чтобы встретить старость. Да, да, да. А вы потом, значит... Нет, ну все это с возрастом приходит. А сколько лет вы примерно так были на ножах и в беспокойствах? Лет 6-7? Нет, не лет, это как-то с периодичностью возникает. И на ножах, на гранатах бывает. Нормальная итальянская семья. Летят посуда там. Гранаты, блинаты. Да нет, так сильно не летят. Жалко, посуда очень дорогая. А так бы летят. Есть какие-то сдерживающие факторы. А вы потом, значит, чем занялись? Открыли свою хореографическую... У меня свой коллектив. Он не сразу был моим. Мне его, так сказать, по наследству отдаю, хореограф. Сейчас Отбегать я еще раз, по... да? Да, балет ролевые. Все гимнастки тоже в прошлом высокого класса. Которым хочется двигаться, хочется что-то творить. И плюс еще я ставлю гимнасткам упражнения, как хореограф-постановщик, и тренирую команду по гимнастике. Команда Мадонна называется? Да, команда по эстетической гимнастике Мадонна, которая уже трехкратные чемпионы мира. Это трудно поверить, но любимцу миллионов женщин, неисправимому романтику Алексею Глызину уже 60. Но глядя на него, невозможно назвать этот возраст почтенным. Певец все так же неотразим и молод душой. 38 – это все-таки уже не 18. А поэтому дождемся человека, вытирающего меня. Это я милое лицо. Где этот человек? Зимний сад. Белым сном деревья спят, моим родным цветные снятся сны. В середине 80-х он появился на сцене в образе романтического героя, поющего песни о любви, и мгновенно покорил девичьи сердца. Своим успехом Глызин отчасти обязан поэту, автору стихов многих его хитов, Симону Асиашвили. Когда Алексей работал в ансамбле «Веселые ребята», у него такой был образ лирико-игровой. Он там немножко дурака валял, да? А я так понял, что Алексей все-таки на самом деле лирико-драматический герой. Он должен петь драматические песни, чтобы у девушек замирали сердца. И были написаны такие песни, как там «Зимний сад», «Ты не ангел», «Воля, неволя», «Счастье, ты мое горе, ты мое». В общем, целый альбом песен, которые открыли Глызина в другом образе. Мы угадали с его образом, и он состоялся как большой артист. И
него такое количество красивых песен, которые для женской души потрясающих. Знаете, вот есть категория мужчин, которые с годами только становятся краше и краше. Вот Алексей относится к тем мужчинам. В чем секрет молодости певца? Может быть, именно в том, что он не прекращает выступать на концертах и всегда поет вживую? А как известно, сцена – лучшее лекарство от старости. На сцене он абсолютно молодой. Его голос абсолютно такой же, как и был 10-20 лет назад. Молодые обступают его ватагой на всех концертах. И я вижу, что они, у них горят глаза от него. Это о чем-то говорит? Уходить со сцены Алексей не собирается. В его планах съемки новых клипов на хиты из недавнего альбома «Крылья любви». Вопрос к Игорю. Мама, что называется, звезда, очень занятой человек. Папа, звезда, очень занятой человек. А вы с братом, кто же вас воспитывал? Как вы, как сами по себе, что ли, как трава? Не знаю, не могу кого-то прям вот так выделить. Ну, дома-то кто-то был с вами когда-то? Или вы на фотографиях только? Вот папа, вот мама. Нет, вот, вот мама, вот там. Да нет, я всегда один был. Шутка. И брат еще. Ну, да, нет. Брат старший, он от первого брака. А, ну, помогали? Он братец. Мы чаще видимся уже сейчас, чем... Ну, по крайней мере, я не помню, что мы часто еще в детстве видели. Да. То есть ты один сидел? Нет, ну, я сидел либо с мамой, либо с крестной мамой. С бабушкой? С бабушкой, да. И папа приезжал чуть реже. Иногда. Не, он приезжал, он просто лично смотрит. Ну, приезжал часть себе папа как-то в воспитании, там, в чем-то. Из-за границы папа приезжал. Ну, ты пряник привозил, или что он делал-то? Когда вы почувствовали, что вы друзья? Ну, я думаю, что когда друзья, но это относительно недавно произошло. И друзья ли вы? Может, вы не друзья? Ну, наверное, друзья скорее. Ну, может, нормально, может быть, поговорить обо всем. Мы друг у друга занимаем деньги, значит, мы уже... Ну, в общем, да, по меньшей мере, хотя бы товарищи уже. Ну, и друзья, конечно, друзья. У нас нет такого, родители вот очень строго все. Мы очень лояльные абсолютно родители, и у нас даже больше дружеские отношения, наверное. Нет, ну и вообще надо отдать должное. Ну, да. Ну, я просто, как мне кажется, не давал особо поводов. У нас нет дистатичного. Да, на самом деле переходного возраста мы не заметили, потому что я вот смотрю... Я потому что его скрывал, я очень аккуратно... Нет, не было таких каких-то... Не писал записочек «Прощай, жестокий мир»? Не писал, да. Не... Я уезжаю на БАМ. Да, я уезжаю на БАМ. Не было мысли жениться на женщине старше на 30 лет. Бывает у некоторых молодых. Ну, если она была, то я ее не озвучивал. Может, тогда вернемся к временам бурной молодости папы? Когда начали играть на гитаре? Мне было лет 5 или, наверное, 6. Мне подарили маленькую гитарку такую. Это детский сад, 5-6 лет, насколько я помню. Да, вот мне подарили маленькую гитарку, и я начал пытаться на ней что-то такое... Да, ну, неосознанно, да. Я вот что-то такое бренчал, пробовал. Но она была в качестве игрушки, скорее всего. Mm-hmm. Потому что это потом уже, когда я начал учиться в школе, появилась семиструнная гитара у моего друга по школе. Первое, что я научился играть на гитаре, на этой семиструнной, там были звездочки, маленькая звездочка, баре, такие аккорды. Ну и как же дальше развивалось? Какие были, так сказать, шаги, которые вас привели к вершине успеха? Самодеятельная группа, как у Битлз, то есть они тоже ведь в школе учились, и там начинался у них первый музыкальный коллектив, танцы или как? У меня был друг Коля, я учился в классе А, он в классе Б. У него была семиструнная гитара, он меня учил аккордом вот всяких песен. Ну как раз тогда я услышал Владимира Семеновича Высоцкого, его песни. А потом, также в радиорубке, у нас появились на бобинах песни, которые я вообще до этого не слышал. Это оказалось группой Битлз. Когда я это услышал, я вообще у меня все перевернулось. И в 6 часов начинался «Голос Америки». В это время звучала одна из песен группы Битлз в начале. И в то время глушили, и мы все это слушали, как в подполье в каком-то. Это было, конечно, незабываемо. И вы начали снимать как бы эти мелодии, пытаться играть? Да, я начал снимать эти мелодии, и... То есть меня это в то время потрясло. Конечно, тогда были песни там «Хмуриться не надо, Лада», песни патриотические, песни о комсомоле, песни о Обаме уже тогда появлялись. Вы играли на танцах?
Да, впоследствии я играл в школьном коллективе, потом я учился в радиоаппаратостроительном техникуме. Опять же, вот с Колей мы пошли туда, чтобы собирать гитары, схемы. Я собирал всяческие усилители, детекторные приемники и много-много другое. Мы собирали гитары, ломали телефоны-автоматы, из трубок вынимали такие ферритовые стержни, наматывали их проволочкой. И вот делали звукосниматели. Как адвокат Алексея Глызина, я запрещаю ему говорить об этом эпизоде своей жизни. Вот, но это было... Сейчас нет таких автоматов, все это уже в прошлом, поэтому я надеюсь, что... За это мне ничего не будет. Срок давности все-таки истек. Да, истек. Ну, вот. Так, это как называлась ваша первая группа и что вы играли на танце? У нас была группа, одна из групп была «Черные гитары», потом было «Отражение» группы, и одна из групп мы играли «Грамфанк», «Слейт», такая, в общем, вся западная такая музыка, нам казалось, что... Королевичи что-то отрастили волосы. На английском языке вы пели? Да, пили на английском языке, играли втроем. Скажите, в то время на танцах, да я думаю, что и сейчас, но в то время, наверное, особенно, была какая-то конкуренция, наверное, были какие-то территории, да, здесь мы были, играем, здесь мы. Не было ли мордобоя? Это было обязательно, это святое. Конкуренция. Мы, например, играли, когда на танцплощадке в Мытищах со своей группой. Тем более к нам приезжали поклонники из Москвы. Ну и была, конечно, местная публика. И вот такая интересная картина. Девочки кидали такие сумки свои. И вокруг там танцевали. И вот здесь такие стали лавочки. И вот на этих танцах частенько начинались такие движения, кто такие, как клубочек. Здесь клубочек, там клубочек. И начинались такие потасовки. Вот те, кто приехал из Москвы, и местных людей. И вот иногда приходилось даже останавливать танцы, чтобы все это успокоить. И потом от площадки, где мы собирали аппаратуру, ставили в комнату специальную, где она хранилась, шли к станции, ну, со своими друзьями, у нас там человек, может быть, 20, и там, знаете, человек 50 идет, брали с собой стойки, увинчивали такие ножки, и нас сопровождала милиция, в общем. Ну, это частенько было. Потом где-то в Ивантеевке тоже у нас была потасовка. В общем, где бы мы не были, всегда это кончалось драками. Это было, ну, это святое. Ваше увлечение рукопашным боем оттуда? Ну, это было чуть позже. То есть я играл на танцах и до армии. И потом после армии я уже более осознанно начал заниматься, потому что в армии тоже я служил на Дальнем Востоке. Подождите, в армии вы пошли вот как все на 2 года? Как все, я пришел со своим годом, 18 лет. Это войска ВВС, я служил в спецкоманде. Сначала в школе ШМАС, так это школа младших авиационных специалистов. По специальный самолет-двигатель у нас были. Пушкари были, и электронщики, то есть кто занимался приборами. Вот я занимался двигателем. То есть мы собирали, разбирали различные... Секретная информация, как адвокат Алексея Глызина должен запретить ему рассказать про военные двигатели. Я все 2 года провел... Вот в Спасске Дальнем 4, там рядом... Ну, это нельзя было сказать. Никто меня в отпуск не отпустил, потому что у нас организовалась группа «Полет», с которой мы ездили по гарнизонам. Мы были в Владивостоке и были в Хабаровске, во многих там близлежащих городах. Пока не инструментальная группа. Да, да, называлась она «Полет». Алексей, вот 80-е годы страна бурно развивалась, менялась на глазах. Вы служили в армии, я так понимаю, в это время наши войска стояли в Афганистане. Повлияло как-то вот это все на то, что вы сочинили песню для кинофильма «Девятая рота»? Ну, и не совсем я, это сочинил ее Андрей, он, кстати, живет в городе Санкт-Петербурге теперь уже. Вот, а я уже ее дал ей жизнь, скажем так. И мы сделали какую-то такую аранжировку и сняли видеоклип, причем такой очень серьезный. Мы с Серегой думали там, что когда вернемся домой, долго будем спать по утрам и гулять всю ночь под луной. А когда рассеялся дым и забрежил тихо рассвет, и Серега стал вдруг седым в 19 с четвертью лет. Алексей, ну вот пришли после армии, да, и куда ринулись? Дальше я работал опять на танцах, Мытищи, Пушкина. Везде были свои случаи интересные, это было замечательно. Мы сами аппаратуру убирали, собирали, но это было... Это определенная школа. Да, это школа, это счастье. Которую нам пройти. Скажите, да. Вот многие презрительно относятся почему-то
известен к музыкантам, которые играют в ресторанах? Я даже в ресторане работал. Там можно было играть любую музыку. То есть там платили деньги, человек приносил свои кровно заработанные, говорит, вот сыграй мне там Мурку или сыграй мне там Led Zeppelin и так далее. И все, мы должны были это делать. И, ну да, были, там, делать мы... хорошо, то могли бы и побить. Ну да, там, и мы все это делали, да, могли действительно побить, если бы это было плохо. Потом начались первые ночники. Что такое ночник? Это закрывается ресторан, завешиваются шторы, и приезжает компания людей, которые платят там за вечер, мы там могли заработать по тем временам, скажем, 50 рублей, которые мы раскидывали на всех. Когда зарплата была у инженера там 120 рублей. То есть это достаточно большие деньги. За ночь я получал 10 рублей. Это были разные люди. Это были цеховики. Был такой ресторан «Иверия» по киевскому направлению, где приехали два коллектива. Один из Ленинграда, один из Москвы. Потом начались танцы на столах со стрельбой по движущимся мишеням, к которым относились и музыканты. Такое тоже бывало. Да, рискованная, стулья, рискованная у вас была. Это все было реально. Тогда работа. А многие же музыканты пьют. Вы вот почему не спились? Я не спился, потому что... Как все. Я не знаю. Я бы, если бы ночь всегда провел под пулями, я бы напился. Ну, пули были не всегда. На пули летят пули. Это было редко, но бывало. Но в любом случае я выпивал. Почему-то я любил холодное шампанское. Почему-то его любят большинство людей. Холодное шампанское. Шампанское, да? На разогретую глотку вообще говорят, что это вредно. Для вокалиста это крайне негативно. Я выпивал это шампанское, и мы разъезжались в ресторан. Это хорошая школа, и нельзя этого стыдиться, и не надо этого стыдиться. Потом я попал к коллективу Али Пугачевой, потом я уже попал в «Веселые ребята». А что за коллектив Аллы Пугачевой был? Коллектив назывался у нее «Ритм». Вас взяли в коллектив, да. Пугачева гитаристом? Да, я пришел в качестве гитариста и вокалиста. Вот. Ну, у нас сложились вообще теплые отношения в этой команде. Я себя чувствовал замечательно. В городе Киеве была такая огромная тусовка, называлась это «Киевская весна». И мы в составе коллектива Аллы Пугачевой приехали на концерты в зале «Октябрьский», давали концерты, и пришли к нам засланные казаки. Слободкин нам пришел, Саша Буйнов с кем-то, и потом сказал, что вот Слободкин ждет тебя на переговоры. Ну, в общем, мы поговорили, и я на концертах в Волгограде сказал, я вот хочу попробовать себя, я пригласил «Веселых ребят». И она меня отпустила, посмотрела и сказала, что иди, да. Говорит, иди, потому что, ну, я не был таким ценным для нее. Я вот ушел в «Веселые ребята», и после этого проработал там где-то в течение 9 лет. С 80 по 89 год я работал в «Веселых ребятах». Никогда не расстаются с нами музыка и смех. Если зрители смеются, значит, празднуем успех. Мы приедем и уедем летом, осенью, зимой. И опять приснится детям наш фургончик расписной. Там были два солиста, вы и Буйнов. Да, ну Саша Буйнов стал уже позже солистом там был. Я пришел на место Саши Барыкина тогда. Угу, который до этого там работал. Да, он работал и в «Самоцветах», кстати. То есть я вот за ним все время повторяю его путь. Поэтому были «Веселые ребята», потом для меня стал коллектив «Веселые ребята» немножко тесноват. Я подумал о сольной карьере, и мы с Витей Чайко, который был барабанщиком «Веселых ребят», вот создали свой коллектив, группу «Ура», которая вот начала гастролировать. И вот в 89 году на «Новогодний огонек» нас пригласил режиссер этой программы, и была спета там песня «Ты не ангел» на стихи Симона Сиашвили. Опять все покатилось. Мы стали гастролировать. То есть те же стадионы, те же дворцы спорта. Это были огромные площадки. Скажите, и вот там как раз я познакомился с Соней в мае 89-го года. Это я понял. А скажите, мы все думали, что вы друзья с Буйновым. Вы были друзьями? Ну, что, да, мы были друзьями. Я помню с детства эту песню про тетю, которую... Мы были друзьями, мы жили всегда. И когда была возможность, мы говорили, что нам один номер, пожалуйста. Мы жили в одном номере, и у нас были свои... интересы, ну, как-то что-то там. Но сейчас вот вы друзья, или там пришел какой-то конфликт, и из-за этого вы ушли? Или сейчас мы не друзья, просто как-то так вот автоматически я ушел из «Веселых ребят», хотя мы вынашивали эту идею вместе с Сашей.
Вот. Но он ушел несколько позже, поскольку он учился в ГИТИСе, а один из предметов преподавал Павел Яковлевич Слободкин, наш руководитель, поэтому он не смел этого сделать, и я сделал это раньше. Столько людей вы встречали на своем жизненном пути, интересных, знаменитых музыкантов, звезд впоследствии. А с кем-то из них сохранились какие-то дружеские отношения, я имею в виду, там, и Пресняков, и Пугачева, там, и... Остались самые... Замечательные отношения с Аллой Пугачевой, несмотря ни на что. Угу. Вот, прекрасные отношения с Пресняковыми, с семьей, и с Петровичем, прежде всего, и с Леной, и с Володей. Вот, теперь уже целая плеяда, то есть уже три поколения практически. Вы в гости ходите к другу? Ну, предположим, можете прийти, там, не знаю, в гости к Пугачеву и Галкину? Могу принести игрушечку к, для их детей. Да, могу прийти к... Поздравить. Ну, я приходил в тот период, когда еще Максим сам ко самому ему игрушечки приносили. То есть другая немножко история. Я замечательно общаюсь и общался с Колей Караченцевым. Он сейчас у него, правда, немножко все. А с Барыкиным вы общались? С Барыкиным, с Сашей мы дружили, мы играли в команде «Старк». Я дружил очень тесно с Игорем Тальковым. Сейчас я дружу, у меня масса замечательных друзей, и Гриша Лепс. А в команду «Старк» вот, это футбольная команда, если кто не знает. Футбольная команда «Звезд», да? Вы вот довольно долго же в ней играли, да? Ну, как да. Как это происходило? Раз в год собирались? Нет, собирались на матчи, ездили по городам. Это была и Калмыкия, и город Ижевск играли. То есть, ну, как правило, администрации городов. Вот. Впоследствии это уже стала команда «Артист», которая возглавляет сейчас президентом, является Николай Трубач. Там играют многие ребята. До сих пор, то есть, играете, да? Да, у нас здесь более серьезно это сделано, поскольку есть график тренировок, это еженедельно происходит с 11 часов утра, в понедельник, четверг, такой вот график, всегда приходят люди, тренируются, одевают форму, и, значит, на большое поле все это играется, и честно бьются, там, с переломами тоже все это бывает. На стадионе «Локомотив» там выделяют. И такая дружба все время там после этого идется в кружку, там чай. Приходилось забивать какой-нибудь судьбоносный гол? Иногда, поскольку я в защите, спасал команду, скажем, от неминуемого гола. Это тоже здорово. То есть мы играли во Флоренции однажды с командой звезд итальянской эстрады, где были в числе, ну, самым ярким футболистом и самым таким был агрессивным и активным Эрос Рамазотти. Вот. Мы сыграли тогда 0-0, у Криса заболела спина, я вышел на замену. В общем, по крайней мере, в наши ворота не забили гол. Мы сыграли тогда 0-0, а в Москве как раз мы выиграли на стадионе «Лужники». Вот знаменитая песня, которая до сих пор будоражит сердца и умы, значит, ваших поклонниц. «Поздний вечер в Соренто». Как она родилась? Есть масса легенд. Почему в Соренто? А, ну, все этой играли во Флоренции, есть Соренто, авторы. Музыку к этой песне написал Владимир Бородин, замечательный композитор. И есть Александр Бережной, такой статный мужчина, с такой бородкой. Он пишет стихи, не текст, а именно стихи. У него замечательные есть стихи, вот, одними из которых как раз являются стихи к песне «Поздний вечер в Соренто». Вот. А идею мне подсказала Марина Хлебникова. Говорит, а вот есть там такая песня у Бородина, ты послушай. И с этой песней была масса курьезных моментов, потому что на студии выпускающий «Союз» говорит, что не поймут он Соренто, надо что такое... Тамбов, Рязань, там, Ярославль, еще какие-нибудь там Тверь. Вот. Ну, я настоял на своем, говорю, если вы напишите текст лучше, пожалуйста, давайте сделать. Ну, пытались писать, может быть, текстов 20 написали, но этот текст так и остался. Все-таки теперь народ у нас стал ездить чаще, и теперь знает, что такое Соренто. Прощается наша песня.
общем, не сказал нам правды. Наверняка там была какая-то любовная история. Он просто стесняется рассказать ее, да? Что-то там утаивает от нас Алексей. Вот вы, в общем, как понимаете, что вы очень хороший вокалист? Я просто хотел спросить о том, что не хотелось ли спеть, попробовать себя в каких-то других ипостасях. Вот помните, Паваротти устраивал знаменитые концерты под открытым небом, когда он пел классический певец со звездами рок-музыки, да, и так далее. Вот с кем бы вы хотели бы спеть? Я бы спел со Стингом, я бы спел с Род Стюартом, я бы спел с Брайан Адамсом. С Паваротти спели бы? Да, с Паваротти, если бы он был жив, да, и с Плачета Доминго, да, и с Андрео Бочелли. С Полом Маккартни не хотели? С Полом Маккартни, да, это кумир детства, я не ожидал, что когда-то вообще его увижу. Никто не ожидал? Вот так вот рядом, и это, конечно, никто действительно не думал, что так. А вы видели, да, его появится, живую, близко? Ну, видел, да, какие-то есть даже близко фотографии, ну, в общем, с ним общался. Скажите, а вот многие как бы критики наверняка вам говорят, доходят до вас же эти комментарии, что долгое время мы слышим репертуар, эти песни, они действительно золотые, и про Соренто, и «Твоя воля, твоя неволя», и так далее, да. Почему нету продолжения новых хитов каких-то, которые вот такие же были золотые, такие же любимые? Что мешает? Чаще мешают стереотипы, скажем, на... Как правило, на телевидении говорят, что вот, надо спеть там песню «Ты не ангел» там в сотый раз на телевидении, или спеть песню «Зимний сад». И опять же, там после вечера Соренто у меня вышла пластинка «Крылья любви» буквально недавно. Новая? Да, это новая пластинка, и там снят клип на одну из песен. Вопрос и к Соне, и к Алексею. Если бы была возможность, что-нибудь изменили бы в своей жизни? Может быть, стали кем-то другим, занимались бы чем-то другим, или какой-то талант хотели бы, чтобы вот у вас был? Я искренне вот жалею, что у меня просто не хватило времени в сутках в жизни, в детстве, заниматься музыкой. То есть вот я считаю, что это большой пробел у меня, но восполняется благодаря другим частям семьи. А вы, Алексей, если бы начали все сначала, что-то изменили бы? Я искренне желаю, что не появился в художественной гимнастике. Очень дипломатично. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы вам благодарны за то, что вы очень гостеприимная, дружная семья. От всей души желаю, чтобы действительно у вас еще появлялись новые и новые золотые хиты. И хотел бы еще взять интервью потом, лет через 20, у Игоря. Я думал, что пораньше. Давайте пораньше. Через 20. Ну, к тому времени, ну, если заниматься рок-музыкой серьезно, то есть большая вероятность умереть 27 лет. Просто есть такой клуб. Вы имеете в виду, что рок-музыка не... Не, ну есть такой клуб 20... Невозможно без некоторых... Ну да, есть такой клуб 27, там Джимми Хендрикс, Джим Моррисон состоят. Лермонтов тоже. И Лермонтов тоже? Ну вот, они все 27 лет. Есть клуб 37, есть клуб 42. Поэтому до 27 лет я буду заниматься, наверное, какой-нибудь другой музыкой. Потом 27 рок. Лучше пойти в клуб за 100. Кому за 100 или кому за 150 без закуски. Тоже хороший клуб. Я предлагаю сейчас выпить и закусить. Да, друзья мои. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Спасибо, Сережа.